Ребятки, всем привет, с вами Александр, и у нас дракон недели — это Паньго, ну, о котором мы уже говорили, и он божественный, и выводиться будет, конечно же, 4 дня. Как его вывести? Это чаровница плюс огонь. Как вывести чаровницу? У нас вот просто все на ладони. Это огонь плюс чернобронный. Ну, вот такая вот лучшая комбинация. В общем-то, в прошлой серии я вам показывал, что у меня оставалось там 4 часа, по-моему, для вылупления чаровницы. Она вылупилась, я ее сразу качнул на 4 уровень и, ну, начал выводить Паньгу. И что вы думаете? Вот, ребятки, 3 дня 14 часов еще осталось. В общем-то, 4 дня у меня с первой попытки получился Паньгу. Вот такие вот дела, короче, фартануло. Так что сегодня мы качать ее не будем, но у нас, думаю, сейчас найдется кого-то прокачать. Так, давайте мы сделаем вот так. Вот так, вот так. И мы будем качать тоже божественного дракона. Это Эрлань Шень. Давайте его разместим. Я уже тут освободил. Он будет у нас со вторым божественным. Это мой второй божественный дракон. Отлично. Так. Вот такой вот у нас малыш. Давайте его покормим. Так, не мигать. Давайте сразу. У меня 9 миллионов еды, ребята. Я все просто не знаю, куда его тратить. Как все-таки надо подумать, как лучше вкачать. Лучше вкачать факела на 45-й, потом осень, либо сейчас осень качнуть. Ну ладно, сейчас будем думать. Пока остается так. Давайте смотрим, что он там у нас по показателям. 900, ну такое, то есть, ну есть то и есть, как бы стихии, правда не помню, какие у него стихии. Да, я хочу выйти, не хочу я его сейчас качать. Так, давайте сейчас глянем. Опачки, задание, это мы выполнили, это мы пропускаем. Во, отлично. Ну вот куда ты нас бросаешь? Неужто ли ближе золота не было? Вот так вот, вот так вот. Ну, это максимально. Все-таки никак не хочет отдаляться дальше. Отлично, мы выполнили задание. Вот, кстати, да, тоже надо было его выполнить. Но это не страшно, там всего лишь каких-то несчастных 4000 нужно было дать. Это мы тоже получаем, это мы все пропускаем. Ну вот, собрать еду на фермах, это тоже всегда пожалуйста. Так, ну половинку собрали, давайте сейчас еще здесь тоже монетки пособираем. Нам так много не нужно. Так. Здесь тоже давайте пособираем. Так, золотишко, да. Ну, мне сейчас я золотишко все это как-то подрастратил, да, потихонечку все-таки чищу вот этот остров свой. И пойдем давайте все-таки в осаду. Так, мы опять уже что-то разломали здесь. Молодцы, ребятки. Активно мы здесь все ломаем. Так, у меня землетрясение уже, кстати, 2 я собрал. Рыцаря уже 2, как вы видите. Вот. О, мы получили нового дракона, ребята. Химзащита. Дракон химзащита, зачетный дракончик. Типа, ну, что-то наравне с зомбиком. Зомбик, химзащита. Так, нам нужно доломать эти башни. Ну, давайте. 50. Плохо. Ну вот, видите? 50%, а промазал 2 раза, 3 раза подряд. Как такое может быть? 4 подряд, 4 промаха. 5 промахов. Критически 50%. Это интересно, как? Как они так посчитали? Печаль, беда. Так. Наш счет, ну, в общем-то, шикарный. С этим у нас проблем не возникает. Тоже книжечки тоже у нас есть, их много.
Соберите на фермах. Вот отлично. Я же не дособирал еду. Вот отлично. Как раз для этой цели. Ну, на третий раз, я уже думаю, нам не попадет такая шара. Это тоже можно обновить. И пойдем-ка мы снова... Ну, не снова, давненько мы даже здесь не были, я бы сказал. Вот сюда. У нас есть монах. Смотрите, какие у нас драконы. Ну, отлично. Давайте так и пойдем. Это, мне нравится работать со щитом здесь. Блин, я... Я же обычно на рысь бросаю камень. Ну ладно. Что-то я немножко промахнулся. Надеюсь, мы затащим. Вот так вот. Так, какие вы? 43-й, 44-й, 43-й. Так, сейчас атакует... Ой, ветер, ветер, надо его блокировать по возможности. Противная штука очень. Так, мы, кажется... Печаль, беда, ребята. Дело пахнет керосином. Ху, минус один уже легче. Промазал, отлично. Так, этому крандец... Ну, в общем-то, я думаю, мы победим. Ну и у нас будет сейчас даже суперка, которая нам не понадобится. Так, а сколько там нужно было? Так, а это уже попроще. Так, вот сюда надо было, вот так вот. Каменный щит на рысь. Давай, добей. Так, деревце. Зеленое тебя желтое деревце скушает. Что-то я все время думаю, что магнит, он должен быть с металлом. А у нас нет, у нас какой-то постоянный магнит. Ну, рысь у нас просто гигант, смотрите. Так, всего 43, но там больше. То есть надо выполнить 3 боя. Ух, неплохие противники. Так, чернобронный, да, это у нас. Вот взял и заразил. Вот кто тебя просил? Надо качнуть немножко осень, ну хотя бы на уровень 43, ребята. Я так подумал. Качнем сейчас осень. Что была у нас команда так по сбалансированию? Там у нас факел воюет. Ну, можно было щит еще, конечно же, разбросить, но это не суть важно. Так, думаю, с этим мы разобрались. 49 нужно было очков. Приласкать дракончиков. И это мы с удовольствием. Так, давайте пойдем посмотрим, ну, божественных полоскаем, что ли. Так, 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 этих мы сейчас просто пособираем золотишко заодно. Так, здесь у меня землетрясение. Здесь у нас ягода малина. Рядом у нас есть мороженка. Хоп-поп-поп, так мы его никак не назвали. Давайте переименовать. Ну, я его назову Айси. Айси. Пусть будет пока так. Так, здесь у нас в гордом... Нет, хотел сказать в гордом одиночестве, но нет.
Его сопровождает коралл. А, рыба клоун. Похоже. Они похожи между собой. Так, у нас усач здесь. Так, туземец. Так, а как зелененький дракончик называется? Вот похожий на этого, но зелененький. Прерия. Да не может быть. Так, 43-й факел. Это мы выполнили заданечко наше. Давайте глянем. Ладно, это я приласкаю уже потом. А я хочу вот найти того дракона, про которого я подумал. У него стихия зелень есть. Стихия зелень и... По редкости его сортанем. Вот, ты кто? А, это царь церемонный. Точно, вспомнил. Церемонный. Так, давайте сейчас тогда мы качнем осень. Ну, я на самом деле хотел бы, чтобы у меня получилось вывести какого-то божественного, хорошего. Ну, вот, Чан-Э. Но, увы, не получилось. Вот я бы не ее вкачал бы по полное. По самое не балуйся. Так, давайте будем... Оставим 5 лямчиков. 6 лямчиков еды пусть будет. Смотрим. Так, 153 на 500 тысяч сила удара у факела. 153 одинаково, но удар на 8000 у осени побольше. Вот такие вот у нас дела. Так, и это нужно дело будет обкатать. И обкатаем мы его где? Конечно же, в подземелье. Сейчас у нас как раз нужно будет выбрать новую троицу наших драконов. Да, на оставшихся 3 боя, и мы это сделаем. Не знаю, вот так вот как-то, что ли. Так, архангел. Давайте малинку возьмем. Ну, это так, чисто для отвлечения, рокер. Вот щит насколько полезней. Вот слабый дракон щита, он просто дает, ну, бессмертие на один ход. Это круто. А вот остальные стихии не так полезны в этом отношении. Для разнообразия. Уи! Отлично, идем дальше. Ну, дальше, как обычно, уже послабее идут драконы. Так, ветер не сработал, это шикарно. Я добил таки подсолнуха. Еще и выжил, ничего себе. Везучий рокер в этом бою у нас остался жив. Так, и последний бой. Здесь у нас есть 45-й дракон. Так, ну вот его и буду блокировать. Ага, я его убиваю. Ха-ха. Легко. Вообще шикарно получилось, ребята. Не ожидал. Щит вас не спасет. Вот, а кто его оглушил? Вот я что-то не понимаю. Я же его не бил светом. Чё он оглушился? Выжил. Я хочу так добить. Вот и все. Открываем сразу один. Ну и такая себе награда. 3 кристалла, не больно надо. Так, разобрались. Давайте сейчас дособерем. Так, билетики нам уже... Ух ты. Так. Давайте сделаем вот так.
Интересно. Паньгу 74. Слабовато, конечно. Не 77 и тем более не 82. Но зачетно. Это хорошо. С этим разобрались и дособирать нам нужно. Так, у меня, кстати, осталось место всего лишь для двух жилищ. Не как бы-то уровень нужно повышать. Иначе просто, ну, придется драконов всех остальных понемножку прокачивать как-то. Ну, там на 20 уровень всех поднимать. Потому что если нам нужно зарабатывать как можно больше золота. Если мы не можем увеличивать количество жилищ, то нужно увеличивать уровень уже существующих драконов. Вот как-то так. Так, Чан. Чан И. Давайте вот ее, допустим, покормим на 20-й. Ну, что такое 20-й? 20-й это вообще ни о чем. Ни о чем. Так, вот церемонный, кстати, у нас тут болтается. Давайте еще вернемся обратно, посмотрим, что у нас здесь есть. О, здесь еще у нас куча денежек. Так, там у нас еще принц один эпический вот тоже вывелся. Так, у меня, в общем-то, больше места, чем... У меня есть парочка вот таких вот мелких жилищ, надо их тоже улучшить. Они просто, ну, начнут больше места занимать, но у меня дефицит сейчас не в месте. Место как бы получается есть, а вот тебя тоже улучшить. Вот сейчас она уже здесь не поместится, но это не страшно, она переместится вот туда, сюда, сюда, наверх. Здесь у нас еще пока места есть, пока места есть. Так, ну, жилища огня нам нужны для акций, для всего остального, вы понимаете. Два, ну, да, денег мне жалко пока что туда вкачивать. Пока пусть будет так. А я хотел вообще прокачать дракончиков некоторых. Что у нас тут есть? Усач, например. Ну, что ж за непорядок? Почему у нас усач до сих пор не 20 уровня? Вот так, допустим. Так. Гипнос у меня 27-го. Богик. Так, давайте тогда Чен И качнем тоже на 20-й. И сравним сейчас его. Ага, сравним. Он же 27-го. Ладно, 27-й качать, конечно, не буду. Так, 6150 в час, а ты приносишь 7500. Не так уж много с учетом 7 уровней разницы. Так, здесь у меня тоже летают всякие. Ух ты, это у нас тоже легендарный дракон. Комета. Я что-то про него вообще забыл, ребята. Он приносит 5000. Мало. Мало. Божественный приносит больше. 6. Прилично так больше, ребята. Прилично. Так, давайте, может, ему там пробудить стихийку за 750. Ну, пусть будет. Это займет, правда, много-много времени. Так, это значит, что у нас здесь еще на чаровнице у меня здесь находится. Я ее поместил вместе с осенью. Так, печенька, это она у меня в единственном экземпляре. Ее мне некуда пока что отсюда даже передвинуть. Так, ну, по нигу будет. Все у нас идет, ребятки, по плану. Так, ну что, тогда на этом буду прощаться. Так, нужно поставить нам кого-то на следующую серию нововведения, чтобы... Желательно, кто-то у нас был. Так, нет, вот сюда. Кого будем выводить? О, химзащиту и будем выводить. Как раз за денек он у нас и выведется. Можно еще кого-то поставить. Опять же, не туда. Поскольку у меня там гнездовье будет занято еще 4 дня целых, ребята. Потому я могу позволить. У меня, смотрите, у меня когтей 3 штуки. Подменыша 2 штука. Пленительный даже есть. Капец какой-то. Давайте выведем. Вот так. Теперь точно все, ребятки. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.